Активисты молодежных общественных организаций провели очередное профилактическое мероприятие совместно с представителями антинаркотической комиссии администрации города, общественной палаты, сотрудниками правоохранительных органов, а также участие принял руководитель межрегионального общественного движения «Я помощник президента» в северной зоне Магомед Магомедов. В ходе рейдового мероприятия по результатам контрольных закупок было составлено 4 протокола об административном правонарушении, изъято насвая и других табакосодержащих веществ на сумму около 10 тысяч рублей. Представители молодежных организаций, а также блогеры Хасавюрта активно включаются в процесс противодействия распространению подобных веществ, проводят профилактические беседы с продавцами о вреде насвая и недопустимости его распространения. Вы слушаете, вы наших ребят травите здесь, вот за это вы отвечаете. Почему вы продаете ребята? Тем более такие молодые. Как сообщает пресс-секретарь городской мэрии Нажула Абдуллаев, что с начала 2017 года было проведено около 10 профилактических мероприятий и рейдов по изъятию наркосодержащих веществ. Но на сегодняшний день значительно уменьшается рост продажи насвая. Участники мероприятия также отмечают, что подобные проверки будут продолжаться ежемесячно на протяжении всего года. Расул Гаджиев, Тагим Магомедабиев, информационная программа «Пульс».